что интересно, ведь театр, как говорил Станиславский, это жизнь. Но жизнь через увеличительное и собирательное зеркало сцены. Понимаете? И вот сегодняшняя картина нам показывает, с одной стороны, жизнь, да, действительно личность, но они все значительны, они все в образах, они очень выглядят. Спасибо, Юлечка, вы действительно показали нам жизнь через увеличительное и собирательное зеркало. Спасибо. Психология портрета, вот у нее что получилось вытащить что-то из каждого из нас на полотно. И это, конечно, удивительно. Я сколько на него смотрю, на свой портрет, сколько о нем вспоминаю, все время у меня не устаканившиеся чувства, вот все время оно будоражит. Ода, которая у меня осталась на память, которую я, наверное, буду еще долго вспоминать, это театр, это мое второе я. Вот так.